Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грядки. Сегодня с вами снова я, Тигр Надя. Сегодня у нас второй заказ из сайта Mail Art Inspiration. Мой самый любимый сайт, как я уже говорила, где все для писем, все для посылок, бандеролей и так далее. Просто потрясающие товары для любителей Mail Art'а. И вообще просто для коллекционеров или любителей наклеечек, открыточек и так далее. Вот, во-первых, хочу сказать, посмотрите, какие потрясающие марки, как всегда, они клеят на конверт. Я их всех аккуратно открываю, отрываю всегда и оставляю себе на память. Вот это вот, которая за 45 рублей, просто потрясающая, как мини-картина такая. Вот, получилось у нас 393 грамма. Не выдержала я до апреля и заказала заранее себе вот это все, потому что не могу, готова скупить все товары, которые там есть, и планирую уже через пару недель делать еще третий заказ, потому что у них новый товар, поэтому скорее бегите, пока я все не разобрала. Итак, я наконец-таки распаковала, пришлось чуть-чуть порезать бумагу, там нашла место, где можно разрезать и не повредить рисунок. Вот, здесь была целая куча всего, что я заказывала. Такие вот три набора открыток для вдохновения. Мандалы, сказочные узоры и волшебные узоры. У меня есть уже два набора, кажется, что-то там с вкусняшками, Алиса в стране чудес. И другой просто там разные русские мотивы, изображения тоже всякие разные. Ну, вы видели это в предыдущем видео. Вот. И здесь у нас 12, 11 и 12. Да, странно, что здесь 11. Интересно, почему так? Вот, очень классные открытки, на самом деле. Не хочу сейчас открывать, показывать. Вот, просто покажу сзади изображение открыток, которые есть здесь внутри. Такие вот они разные. Посмотрите, какие красивые с перьями. Вот, сделаю отдельные обзоры коротеньких видео на каждый набор. Либо на все наборы сразу. Вот, и поэтому там потом посмотрите. Так будет намного проще, чем сейчас растягивать видео и показывать просто каждую открытку. Далее у нас идет конверт. Это, кажется, у нас мушрум сет. Грибной сет. Да, тоже вот так вот покажу вам, что это из себя представляет. И там еще наклейки. Подробно расскажу в отдельном обзоре. Вот здесь идут три тега и, кажется, три наклейки, если я не ошибаюсь. Да, и три наклейки разные. Вот так. Отдельно будет в обзоре. Идет набор открыток бабочки. Тоже в таком вот плане они. Здесь, кажется, 5 открыток. Да, 5 открыток. Тоже сделаю отдельный обзор. Затем идут еще вот открыточки две, не знаю, откуда они выпали у меня. Видимо, они были в каком-то из наборов. А может быть, они шли в подарок. Если честно, я не знаю. Такие вот две открытки. Затем шли вот такие вот наклейки я заказывала. Очень красивые, да. Очень красивые наклеечки. Так, идут вот такие вот конверты с цветами и с, не знаю, как сказать, ну, с листиком, да, наверное. Забыла, как называется, если честно. Все из головы вылетело. Так, это у нас что? Здесь написано, что это у нас мини-коллекция записочек. Я, кстати, это не заказывала. На блок для записи 36 листов, да. Города микс. Видимо, это тоже подарок, потому что у меня в заказе этого не было. И вот так вот он выглядит. Да, города микс. Одинаковые получаются все. Да. Очень классно. Очень-очень классно. Спасибо большое. Пригодится обязательно для писем просто вообще. Итак, также было у нас вот таких вот два набора скраб-бумаги. Мини-маленький 15 на 15. Очень нравится мне их бумага. Там было еще несколько наборов, кажется, цирк, черно-белая. И вроде бы все. В
потому что уже до этого я взяла еще один набор. Вот, лавандовые сны. Безумно нравится мне вот именно этот набор, потому что бумага вся такая очень нежная. Такие вот принты на ней здесь представлены. Где-то я видела даже наклейки в тему к этим листам. И вот такие вот совсем нежные, розовые, с голубым оттенком и мятным. К счастью, в мелочах. Здесь по 12 листов. Они стоят по 160 рублей. На Алиэкспресс один такой набор стоит 230, кажется, рублей. А здесь за 160, мне кажется, это копейки просто за такую бумагу. Тем более она двухсторонняя. Вот. И в Читай-городе где-то тоже по 200 рублей стоит один такой набор. Это вот такой вот лист с акварельными наклейками. Это на тему китов, марок, космоса и перышек, да. Очень нравится мне. Я уже предыдущий набор брала, тоже с китами, на морскую тематику. Очень нравится качество, безумно классная бумага, очень она плотная. Вот, и сама клейка основа тоже очень хорошая, качественная. Можно не бояться, что наклейка отвалится, когда вы ее приклеите. Она будет сидеть намертво, и от воды она не пострадает. Take a leap into my world of fantasies, but we will make it all the way somehow.
Вот такой вот классный заказ. Безумно нравится мне все. И даже лучше, чем предыдущий. Вот, очень-очень жду следующего своего заказа. И посмотреть, какие же там классные открытки новые на тематику рыб. Еще хочу взять там книжку с ботаническими иллюстрациями. Тоже пустить ее в дело. Вот. Так что, всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Все ссылки внизу. И пока-пока.